Добрый день, уважаемые 12-классники! С вами снова я, учитель химии Дымовская Галина Ильинична, и я вас сегодня приглашаю на один из самых увлекательнейших и самых занимательных, на мой взгляд, уроков химии, тема которого – идентификация органических веществ. Давайте мы с вами посмотрим, чему мы с вами сегодня научимся. Во-первых, мы сможем иллюстрировать примерами основные положения теории строения. Мы сможем приводить примеры всех взаимосвязей, которые есть в органической химии. Мы сможем объяснять причинно-следственные связи между строением, свойствами, получением и, конечно же, применением органических веществ. И мы с вами сможем предлагать способы распознавания органических соединений в различных повседневных ситуациях. Итак, начать я все-таки хочу с вами с определения понятия качества. Для этого мы с вами обратимся к толковым словарям. Во-первых, это совокупность существенных признаков, которые позволяют отличить предмет или какое-то явление от других предметов или явлений и придающих ему определенность. Так толкует слово «качество» словарь Ожегова. В то же время словарь Ушакова говорит о том, что качество – это то, что делает предмет таким, каков он есть на самом деле. Это одна из основных логических категорий, которая является определением предмета по характеризующим его, сугубо его внутренним присущим признакам. Еще один момент. Как же можно распознать эти вещества? По каким внешним, чисто ему, сугубо специфическим признакам? А ну-ка вспомните, если вам закрытыми глазами перед вашим носом пронести склянку с уксусной кислотой, вы ее отличите? Думаю, что даже пятиклассник и, может быть, первоклассник сможет это сделать. То есть можно различить по следующим признакам. Это внешний вид, цвет, форма и так далее. Это может быть характерный запах, как в случае с уксусной кислотой мы с вами только что разбирали. Цвет, мы уже говорили, по растворимости в воде. К примеру, соль, поваренная в воде, достаточно хорошо растворима, а питьевая сода, она ограниченно растворима. Кстати, из-за этой растворимости она используется как абразивное средство. Какие же реакции называются качественными? Под качественными реакциями понимают такие реакции, такие превращения, которые сопровождаются характерными признаками, с помощью которых можно провести распознание веществ. Качественные реакции еще говорят, что это характерные реакции, используемые для идентификации различных веществ. Идентификация от слова идентичность, если хотите, уникальность. Какие же требования нужно предъявить к реакции, чтобы мы ее смело могли назвать качественной? Ну, во-первых, реакция должна протекать быстро. Представьте себе, что на заводе, чтобы проконтролировать качество того или иного продукта, к примеру, качество хлеба, пока будет идти реакция 10 часов, в это время завод выработает огромную норму этого хлеба, который потом специалисты могут сказать, что он не пригоден для употребления. То есть здесь очень много и экономические вопросы, и вопросы, связанные с технологией, с ресурсами и так далее. То есть реакция должна протекать достаточно быстро. Реакция должна быть практически необратимым. Представьте себе, что если вы ожидаете один эффект, а видите другой эффект. Реакции обратимые не могут быть качественными реакциями. Реакции должны сопровождаться, безусловно, каким-то внешним визуальным эффектом. И качественные реакции должны отличаться высокой чувствительностью и специфичностью. Вспомните, в неорганике мы с вами изучали качественные реакции катионов. И мы с вами видели специфику в отличие железа трехвалентного, к примеру, от железа двухвалентного. Кстати, еще в курсе аналитической химии, который вам предстоит изучать в этом году, вы это будете еще разбирать более подробно. Ребят, давайте разберемся еще с одним понятием, а понятие это аналитический сигнал реакции. И я предлагаю тоже обратиться к словарю. Сигнал это
Это условный знак, это может быть световой, может быть звуковой, для передачи какого-либо сообщения, команды, распоряжения. Давайте вспомним примеры. Маяк – это световой знак, который показывает кораблям, куда им двигаться. У нас на улице, в городе светофоры. На них установлен световой сигнал красный, желтый, зеленый. Многие светофоры сегодня уже оборудуют и звуковым сигналом. С этим, я надеюсь, вы уже сталкивались в нашем городе. Что же такое аналитический сигнал? Это тот измерительный сигнал, который регистрируется в ходе того или иного анализа, и который содержит качественную и количественную информацию о величине, которая непосредственно связана с содержанием определяемого компонента. Как говорил известный математик Крылов, теория без практики мертва, практика без теории сверх того еще и пагубная. И я очень надеюсь, что мы сегодня с вами совместим теорию, все, что мы с вами знаем, с практикой, то есть все, что мы с вами умеем. Итак, мы с вами изучали неорганические, извините, вещества. Это алкены, первый класс, с которых мы столкнулись с качественной реакцией. И качественными реакциями на кратную связь является обесцвечивание бромной воды, то есть раствора брома в воде, которая представляет собой, имеет желтую окраску, и обесцвечивание раствора перманганата калия, имеющую окраску от бледно-розовой до темно-розовой. Фиолетовый. Давайте посмотрим, как это на практике осуществляется. Будет ли этилен, полученный из этанола в присутствии концентрированной серной кислоты, взаимодействовать с бромом? Выделяющийся этилен пропустим через раствор брома в воде, бромную воду. Бромная вода быстро обесцвечивается. Бром присоединяется к этилену, при этом разрушается двойная связь. Так, при помощи бромной воды можно определить, что этилен – непредельный углеводород. Получаем ацетилен действием воды на карбид кальция. Посмотрим, как ацетилен будет действовать на бромную воду. Бромная вода – это раствор брома в воде. Для того, чтобы ацетилен выделялся не слишком бурно, вместо чистой воды используем насыщенный раствор поваренной соли. Молекула ацетилена содержит тройную связь. Бром разрушает ее и присоединяется к ацетилену. Образуется тетраброметан – органическое вещество с 4 атомами брома в молекуле. Бром расходуется на образование тетраброметана, бромная вода обесцвечивается. Обесцвечивание бромной воды доказывает непредельность ацетилена. Ребят, вы видели, что бромная вода является реактивом не только на двойную, но и на тройную связь. То есть, как я уже сказала ранее, на непредельную связь. Следующий класс, который мы изучали, это одноатомные спирты. И мы с вами их определяли с помощью раскаленной медной проволоки. То есть, реактивом на одноатомные спирты является оксид меди 2. Что при этом происходит? При этом происходит восстановление меди, и наблюдаем мы покраснение, то есть черный оксид меди превращается в красную медь. И если у нас с вами определялся этанол, то кроме этого еще чувствуется запах свежескошенной травы. Этиловый спирт может быть легко окислен разными окислителями. Если в качестве окислителя использовать оксид меди, то можно получить альдегид. Я налила в стаканчик этилового спирта. Теперь я буду прогревать в пламени спиртовки медную проволочку.
Вначале сгорает лак, которым была покрыта медная проволока, а теперь мы видим, как постепенно происходит ее почернение. При нагревании меди на воздухе она покрывается тонким слоем оксида меди черного цвета. Тщательно прогретую медную проволоку, горячую, мы опускаем в этиловый спирт. Реакция проходит на контакте. Медь стала ярко-красной. Чтобы это лучше рассмотреть, мы повторим эксперимент. Главным признаком этой реакции является изменение окраски меди, превращение ее в красную. Второй продукт окисления спирта, уксусный альдегид, можно обнаружить только после проведения нескольких экспериментов. Ребят, вы видели окисление этанола медной проволокой. Следующий класс веществ, который мы с вами изучали, который имеет специфические качественные реакции, это многоатомные спирты. Реактивом на многоатомные спирты является гидроксид меди-2, который имеет голубую окраску. При добавлении к нему многоатомного спирта мы с вами будем наблюдать появление ярко-синего раствора. Давайте посмотрим, как это происходит. Качественные реакции на многоатомные спирты, содержащие гидроксильные группы при соседних атомах углерода, является взаимодействие со свежеосажденным гидроксидом меди-2. Характерный признак данной реакции – образование ярко-синего раствора комплексного соединения меди. Еще один класс, содержащий гидроксильную группу, это класс фенолов. Но обращаю внимание, что здесь гидроксильная группа связана непосредственно с ароматическим ядром. И реактивом на фенолы являются два реактива. Это бромная вода, уже известная нам, и хлорид железа-3. При присутствии бромной воды мы с вами будем наблюдать осадок телесного цвета, а при добавлении хлорида железа-3 к раствору фенола мы наблюдаем фиолетовое окрашивание, или, как мы говорим, раствор приобретает фиолетовую окраску. Качественная реакция на фенол – реакция с хлоридом трехвалентного железа. Приготовим разбавленный раствор фенола. Фенол плохо растворяется в воде, поэтому необходимо подогреть пробирку. Добиваемся полного растворения фенола. К раствору фенола добавляем раствор хлорида железа. Жидкость в пробирке окрашивается в темно-фиолетовый цвет. Хлорид железа обнаруживает даже незначительное количество фенола. Ребята, из просмотренного видео вы увидели, что реакция фенола с хлоридом железа-3 является очень чувствительной. И как экспериментатор отметил, что с помощью этой реакции можно идентифицировать незначительное количество фенола, к примеру, в сточных водах. Идем с вами дальше. Следующий класс, который имеет специфические качественные реакции, это был класс альдегидов, то есть карбонильная группа, связанная с углеводородным радикалом и с атомом водорода. И здесь тоже два реактива. Это либо аммиачный раствор оксида серебра, как мы говорили, или комплексные соединения гидроксид диамин серебра, либо гидроксид меди-2. В случае аммиачного раствора оксида серебра образуется металлический налет, говорят, реакция серебряного зеркала. В случае же с купром H2, то мы будем наблюдать выпадение кирпичного осадка. Давайте посмотрим, как это делается на практике. Воспользовавшись формалином, проведем качественную реакцию на альдегиды, реакцию с гидроксидом двухвалентной меди. Получим гидроксид меди реакции гидроксида натрия с медным купоросом. Добавляем к раствору щелочи раствор медного купороса. Появляется осадок гидроксида двухвалентной меди.
Если в испытуемом растворе будет альдегид, он восстановит двухвалентную медь. Появится либо ярко-красная одновалентная медь, либо металлическая медь. Посмотрим, что произойдет, если к гидроксиду двухвалентной меди добавить альдегид, формалин. Реакция начинается после подогрева. В пробирке исчезает голубое окрашивание. Формалин восстанавливает двухвалентную медь до металлической меди. На стенках пробирки оседает металлическая медь. Заметим, что чаще образуется красный осадок оксида меди одновалентной. Восстановление двухвалентной меди свидетельствует о присутствии альдегидов в растворе. Вы видели, ребята, что реакция гидроксида меди 2 с альдегидом достаточно интересна, чувствительна и имеет специфический эффект. Переходим к следующему классу веществ – это карбоновые кислоты. Но карбоновые кислоты, все представители, кроме первой кислоты, не имеют специфического реактива. Они обладают многими свойствами, присущими для остальных кислот. А вот первый представитель ряда карбоновых кислот – муравьиная кислота, или, как ее называют, метановая кислота. В силу того, что она имеет тоже альдегидную группу, она будет обладать всеми свойствами, присущими для альдегидной группы. В частности, взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра, или, как мы образно говорим, муравьиная кислота дает реакцию серебряного зеркала. Смотрим опыт. Формальдегид – это газообразное вещество, хорошо растворимое в воде. 40% раствор формальдегида называется формалином. Я наливаю раствор формалина в пробирку. Бесцветный прозрачный раствор. Реакция серебряного зеркала – проходит с аммиачным раствором оксида серебра. Я доливаю его к формалину. Это тоже бесцветный и прозрачный раствор. Обычно эта реакция проходит только при нагревании. Но в данном случае признак реакции виден и при обычных условиях. Постепенное почернение – раствора. Оно вызвано выпадением тонкодисперсного порошка серебра. Если пробирка была тщательно отмыта и обезжирена, то серебро может прилипнуть к ней тонким слоем, образуя характерное серебряное зеркало. Я выливаю содержимое пробирки в стакан. Теперь мы можем лучше рассмотреть серебряное зеркало, которое образовалось на стенках пробирки. Именно с помощью такой химической реакции альдегида и оксида серебра раньше и получали елочные игрушки и зеркала. Но мы с вами знаем, что альдегидная группа есть не только у альдегидов непосредственно, и сейчас мы видим не только у муравьиной кислоты, но и у глюкозы. Давайте посмотрим, будут ли свойства, присущие для альдегидной группы, характеризовать и глюкозу. Давайте посмотрим на строение глюкозы еще раз. Мы видим с вами карбонильную группу и видим несколько групп OH, в данном случае 5. То есть глюкозу можно назвать альдоспиртом, то есть она относится и к альдегидам, и к многоатомным спиртам. А это означает, что качественными реакциями на глюкозу будут несколько. Это тот же
Аммиачный раствор оксида серебра – это взаимодействие купром аж дважды без нагревания. В данном случае глюкоза будет реагировать как многоатомный спирт. А если мы нагреем, глюкоза уже будет реагировать по альдегидной группе. В реакции серебряного зеркала, как мы только что с вами видели, образуется налет металлического серебра. При взаимодействии глюкозы с купром аж дважды без нагревания раствор приобретет ярко-синюю окраску. При нагревании мы увидим выпадение кирпичного осадка. Глюкоза проявляет свойства многоатомных спиртов и альдегидов, так как молекула глюкозы содержит и гидроксильные, и альдегидные группы. В пробирке раствор глюкозы. Добавим немного раствора медного купороса. И раствор щелочи. Добавим еще немного глюкозы. Сульфат меди и щелочь образуют нерастворимый в воде гидроксид меди 2. Однако осадка не образовалась. Глюкоза растворяет гидроксид меди. Глюкоза ведет себя как многоатомный спирт. При нагревании глюкоза восстанавливает медь до одновалентной. Сначала образуется желтый осадок гидроксида меди одновалентной, который превращается в красный осадок оксида меди одновалентной. Глюкоза при этом окисляется до глюконовой кислоты. Восстановительные свойства присущи альдегидам. Глюкоза содержит альдегидную группу. С помощью аммиачного раствора оксида серебра можно убедиться в наличии альдегидной группы в глюкозе. Наливаем в колбу вначале азотно-кислое серебро, затем раствор аммиака. К аммиачному раствору азотно-кислого серебра приливаем раствор глюкозы. Подогреем смесь на водяной бане. На стенках колбы начинается осаждение металлического серебра. Процесс осаждения серебра требует времени. Такая реакция называется реакцией серебряного зеркала. Реакция серебряного зеркала – качественная реакция на альдегидную группу. Через несколько минут дно колбы превращается в зеркало. С помощью этой реакции в промышленности серебрят зеркала, изготавливают термосы, елочные украшения. И, ребята, еще на один класс качественной реакции, которую мы изучали уже в этом году в 12 классе, это качественная реакция на белки, то есть на амидную связь. Это ксантопротеиновая проба взаимодействия с концентрированной азотной кислотой. При этом мы с вами наблюдали появление желтого окрашивания. И так называемая биуретовая проба – это взаимодействие белков с купром OH дважды. При этом наблюдается появление фиолетового окрашивания. Давайте вспомним, как это происходит. Цветные реакции белков. Биуретовая реакция дает возможность определить пептидные связи в молекулах белков. К раствору белка добавим такой же объем щелочи.
и 2-3 капли разбавленного раствора сульфата меди-2. Окрашивание жидкости в красно-фиолетовый цвет говорит о том, что в составе растворенного вещества есть пептидные связи. Ксантопротеиновая реакция дает возможность определить в составе белков аминокислоты с бензольными ядрами. К раствору белка добавим 5-6 капель концентрированной азотной кислоты. Выпадение осадка является следствием денатурации белка. Нагреем содержимое пробирки. Постепенно осадок и жидкость над ним начинают приобретать желтый оттенок и окрашиваются в ярко-желтый цвет. Положительный результат ксантопротеиновой реакции свидетельствует о наличии в составе белка аминокислотных остатков с бензольными ядрами. Ребята, вы сегодня видели очень много интересных, специфических, качественных реакций. Но возникает вопрос, зачем их надо изучать? Или по-другому, где это понадобится? Давайте посмотрим. Экологический контроль качества воды, воздуха, многих других природных объектов. Контроль качества медицинской промышленности. Те же таблетки, лекарственные препараты, другие, жидкой формы и так далее. Это контроль качества пищевой продукции. Это контроль качества строительной промышленности. Это химический синтез, то есть контроль за процессом. То есть как протекает процесс превращения одних веществ в другие. И в заключение хотелось бы вам пожелать словами Вольтера: «Осмельтесь мыслить самостоятельно». И для этого мы вам предлагаем, чтобы качественно подготовиться к оцениванию по теме или быть готовым к выпускным экзаменам, мы рекомендуем. Ну, во-первых, написать уравнение всех реакций, то есть ко всем опытам, которые вы сегодня видели на уроке. И второе, подумайте над такой интересной задачкой. Экспериментальное решение вам предстоит предложить. В 5 пронумерованных пробирках находятся растворы белка, глюкозы, муравьиной кислоты, этанола и глицерина. Не прибегая к органолептическим исследованиям, определите, в какой пробирке какое вещество находится. Считаем, что все необходимые вам для работы реактивы есть. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи в решении предложенных нами задач и в усвоении химии. Всего доброго, до новых встреч!